7 ноября 1944 года был обнародован приказ Верховного Главнокомандующего номер 220. В нем отмечалось, что к 27-й годовщине Октябрьской революции героическими усилиями Красной Армии и Советского народа наша земля очищена от немецко-фашистских захватчиков. Победные салюты в 44-м гремели над Москвой все чаще и чаще. ...1944 год стал годом полного освобождения Белоруссии, Украины, Молдавии, Республик Советской Прибалтики, Заполярья. Государственная граница СССР, вероломно нарушенная гитлеровскими полчищами 22 июня 1941 года, к 27-й годовщине октября восстановлена на всем протяжении от Черного до Баренцева моря. До победы оставалось ровно полгода.